Всем добрый день! Поздравляю Академию футбольного клуба «Родина» с окончанием футбольного сезона. Поздравляю футболистов, тренерский состав, административный состав и их родителей. Желаю в ближайшее время как следует отдохнуть от футбола, провести это время с родными и близкими и в новом году с новыми силами идти вместе к покорению новых вершин. Уважаемые наши мальчишки, уважаемые родители, поздравляю вас с прошедшим уже сезоном. Сезон был сложный, что-то у нас не получалось, что-то получалось. Но в целом как бы провели его достаточно уверенно и ровно. Выиграли очень серьезный турнир, то есть наша команда 8-го года рождения стала обладателем Кубка РФС, причем в очень хорошей, красивой борьбе мы выиграли этот титул. Поэтому хочу пожелать, что в следующем году, чтобы все прошли как бы сезон без травм, чтобы были все здоровы, родителям огромного-огромного терпения, а нашим мальчишкам побольше побед.